Всем привет, с вами вновь я, Чупа, и я объявляю месяц логичных игр на нашем канале. Это самый логичный канал. Канал, классно. Канал на Ютубе. Так вот, если вы заметили, то последний Майнкрафт, который я снял, был именно по логичной карте, то есть... Ну, в общем, вы меня поняли. И я решил поиграть в игру Лимбо. Так вот, суть игры в том, что мы мальчик, который... Очутился, господи, что я несу, в своем собственном кошмаре. То есть это его сон, и мы должны помочь ему выбраться отсюда. Вот. У игры нету даже меню, то есть вы начинаете после того, как он просыпается на земле. Игра невероятно физична, то есть тут летят камушки от его следов. Все, что ты не толкнул бы, оно все двигается, сам ты прыгаешь очень реалистично, в общем... Мне очень нравится. Я подумываю о прохождении игры Машинариум. Можете посмотреть трейлер. Вот. Так что давайте приступим к прохождению Лимбо. Так. Признаюсь вам то, что я немного поиграл в эту игру перед тем, как снимать. Мне она невероятно понравилась. Реально крутая. Так. Ну, поплыли. Даже вода в этой игре очень физичная. Ну, короче, она просто шикарная. Так, мы плывем в каком-то озере, в тумане. Вся игра выполнена в черно-белом стиле. Здесь довольно много интересностей, всяких секретов. Поэтому, вот смотрите, наблюдайте за травой, когда я двигаю лодку. Видите? Вот. Движок игры очень хорош, они его сделали сами. Так вот, здесь за счет того, что игра вся выполнена в ЧБ, довольно-таки тяжело, вау, даже раскачиваться можно. Довольно-таки тяжело находить места... куда можно залезть, куда можно попасть, потому что все они одноцветные, и тяжело разглядеть какой-либо канат. Это вот сейчас вначале легко, я проходил чуть-чуть дальше, поэтому будет гораздо сложнее. Вот. Я микрофон побью. О, господи! Я случайно не заметил их. Вот. Это капканы. Кстати, в игре везде, где есть ручки, с этими предметами можно взаимодействовать. Вот так вот. Нажатием клавиши Control. И... Да твою ж дивизию, почему? Эти ручки нужно искать, потому что... Да блин! Потому что... Они также черного цвета, как и... Как и весь мир. А, yes, я перепрыгнул! Ахаха! Ого-го! Какой-то труп дохлого зверя. Блин, что же здесь делать? А, вижу, вот он, капкан. А, понял, это канат. Смотрите. Секу. Шикарно. Теперь надо раскачаться, я думаю. И прыгнуть на утес. Оп, yes, все. Идем дальше. Насколько я там почитал чуть-чуть, основным врагом Лимбо будет являться огромный паук и какие-то... темные люди. Там было написано так. Надеюсь, что мы с вами их встретим, этих темных людей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Yes, мы успели. Я уже понял, что на нас что-то будет катиться, когда упали два небольших камушка. Это было предсказуемо. Геймплей довольно интересен. Он затягивает.
хочется проходить все дальше и дальше, с учетом того, что в игре нету никаких разделений. То есть нету там уровень 1, уровень 2. Ты даже начинаешь без старта, можно сказать, потому что вы видели начало, то, что ты просто лежишь, уже начинается геймплей, ты лежишь в траве и достаточно нажать любую клавишу, чтобы начать игру. Либо просто просыпается, вернее, очучается в своем сне. Так. Блин, а тут куда прыгать? Может, как-то по дереву взбираться? А, вот оно что. Воу! Yes, еле допрыгнул. Тут тоже так? Нет, здесь не так. По деревьям взбираться, значит, нельзя. Это было просто прозрачное дерево. Чё, это свалить надо? Ага. Ой, чуть не упал. Я услышал всплеск воды. Так, стоп, я вижу сверху какой-то канат. Походу, мы сделали просто мост через воду. Ага. Ой. Так, блин. Мне интересно, что там. Да, блин. Никак не могу попасть на канат. Это та же история с капканами. Так. Опа. Yes. Я долетел. Скачиваемся. Надо чуть пониже спуститься. Вот до сюда примерно. Так. И... Опа. Yes. Тут какой-то светящийся объект. Я его раздавил. Я не знаю, что это было, но и фиг с ним. А! Есть. Все в порядке. Да ё-моё, что за фигня? О, так, он остается жив. Интересно, с какой высоты он может упасть? А, понял. С какой высоты он может упасть, чтобы остаться живым? Наш воображаемый корабль будет. Так. Есть, мы допрыгнули. Бежим дальше. Что-то я пока ничего не вижу. Того, за что можно было бы зацепиться. Так, сверху капкан. Окей. Я пробежал, я жив. Отлично. Воу-воу! Это, видимо, тот самый Спуди. Так. Хм, как бы до него добраться, блин. Может попробовать пробежать через него. Сейчас я попробую успеть пробежать под ногами у него. Ой, ё-моё. Ну вставай, 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 вставай! Назад! Мы не успели. Когда парень погибает в своем сне, у него тухнут глаза. Вот. Ну, я думаю, вы уже заметили это. Ой-ой-ой, я понял. Вот оно что. Что-то звякнуло. Видите, капкан наклонился. Видимо, нужно, чтобы паук еще раз ударил. Смотрите, вот он прицеливается. А поднятие лапы вверх означает, что сейчас будет бить в эту точку, в которую прицелился. Есть, он упал. Кажется, я понял, что нужно сделать. Мы должны отрубить лапу пауку. Так. Yes. Минус одна. Он прицеливается в нас. Отводит. Подставляем под эту точку капкан. Все, минус две лапы. Воу. Не успела. Ага. Все. Воу, йоу-йоу. Уходи. Все, он ушел. Так, мы бежим дальше. Я думаю, это было что-то мини-босса. Спускаемся в какую-то пещеру. И так, ох. Все, я думаю, мы упадем куда-то. Нормально, бежим дальше. О, как я понимаю... Воу. Сверху паутина. Я думаю, это лучше поперепрыгивать. Нет-нет-нет, почему он застрял, блин? Выбирайся! А-а-а, блин, я не знаю, что здесь делать. Лимбо не реагирует вообще ни на какие
колебания. Хоть ты нажимай влево, вот вправо, вверх. А, все что ли? Стоп, мы еще живы. Он просто поддел нас за одежду. А, походу сейчас он нас сожрет. После кокона. Качельки, отлично. Все? О, я еще жив. Можно дергаться. Так, давайте. Вот, паутинка оторвалась. Давайте пораскачиваемся. Еще одна оторвалась. Есть. А. Так, я сейчас какой-то червь. Это уже Вормс напоминает больше. Хм. Во, вот так можно прыгать. Так гораздо эффективнее получается. Главное не улететь ни в какую пропасть. Вот в такую, например. Все, мы ее перепрыгнули, отлично. Блин, ну и что так остальное? Оставшиеся части игры, что ли, прыгать? Ох, как я успел. Так, камень. Я что-то с ним делаю, не понимаю, что. А, чё, просваривать? О, миллиметраж, шикарно. Попал в яблочко, что называется. О-о-о, огромный валун. Он будет катиться, получается, мы просто должны перемещаться по его оси сверху. По его радиусу. О, опять спуди сверху. Теперь я точно не знаю, что мне делать, он просто следит за нами. А, он просто медленно гонится. Мы же ему лапы отрубили, точняк. Так, 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 я успею свалить. Я успею свалить! Есть! Есть, есть, есть! Все. Мы освободились от паутины. Лимбо открыл глаза. Немного напоминает начало. Бежим дальше. Какой-то кулачок на голове. Черные люди, вот они. Оу! Ну ты парень упорот. Давайте спасем его, что ли. А, нет, у него потухли глаза. Ну, сам захотел. Шикарная ловушка, что я могу сказать. Давайте. И сейчас. Пам-пам. Отлично. Мне очень нравятся тарзанки. Раскачиваться просто в кайф. Бежим по открытой местности. Все вроде приятно. Так. Так. Угу. А, есть, опять мы успеваем сбежать. Нет, 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 нет! А, успел. Так, сюда осталось и... Бывает. Всех американских рейнджеров этому учат. Угу. А я опять забыл, что здесь эта фигня. Черт возьми. Я про нее забыл. Давайте попробуем быстро пробежать под ней, потому что назад варианта возвращаться нету. Серьезно. Пробежал. Можете перепрыгнуть, как-то получится. Перепрыгнул. Бывает. Так как мне-то еще мне 18, и я не любитель этого дела. Если... О, yes, получилось! Офигенно, надо бы просто подпрыгнуть вверх. Было бы круто. Юзя, если кто смотрит Юзи, он играл в Cat Mario. Так вот, в Лимбо тоже достаточно много проигрышей. Я мог бы сделать так же, но не люблеет. Угу. Что-то мне не нравится этот звук. Металлический спуди, я ж ему лапа... А, не, у него полностью металлические лапы, что это за бред? Я пробежал. Вот это ты, пацан, мастер.
Можно даже поиграться с паучком. Что-нибудь можно и сделать. Что-то там неладное происходит. Ладно, пойдемте, что-то неинтересно. Ого, довольно-таки большой обрыв. Yes, я успел. Итак. Так. Страшно. Воу-воу-воу-воу-воу! Я успел. Вроде больше ничего не катится. Ай, горящая трава. Надеюсь, она не будет нас поджигать. Воу! А хотя... Есть, я смог перепрыгнуть. Отлично. Чёртовы людишки! Вот они, эти темные люди. Ха-ха. Ух ты, нормально он так по лестницам лазит. По крышам мне надоело, если честно.